Привет, мои маленькие любители консольных утех. Сегодня я хочу вам показать нечто особенное, причем настолько особенное, что для начала мне понадобится дисклеймер. Просьба убрать всех впечатлительных Sony боев от экрана, потому что сила красоты этого эксклюзива для PlayStation 4 может повергнуть вас в шок. Итак, давайте посмотрим вместе. Не стесняйтесь своих слез, друзья. Я сам рыдал, как девчонка, когда впервые смотрел эти полные головокружительного экшена кадры. Напомню, это эксклюзив для PlayStation 4, консоли текущего, самого передового поколения, вышедшей в PlayStation Store 12 января по цене $10. Это Life of Black Tiger, жизнь черного тигра. Мой братан тигр! И надо сказать, это название даже чересчур красочно описывает вот происходящее на экране, потому что все, к чему сводится, не побоюсь этого слова, геймплей, это убивание собак, которые как будто с детства страдают булимией, и таких же ужасных и непотребных средневеково одетых дрищей с точеными пиками. А какая тут музыка? Просто идеально подходит для того, чтобы рвать на кусочки низкополигональных уродцев. Интересно, а что скажет наш музыкальный критик? На данный момент на официальном канале PlayStation вот этот вот трейлер посмотрел почти 1 000 000 человек, а количество дизлайков приближается к 40 тысячам. Среднее видео на этом канале собирает, ну, где-то 50-100 тысяч просмотров, если что-то суперинтересное — 500. Так что, судя по статистике, это один из главных эксклюзивов PlayStation в этом году. Wow. Ну что, воспользуемся магией американского аккаунта, потому что в русском сторе почему-то этого шедевра нет, и посмотрим, настолько ли хороша игра, как обещает трейлер. Story, open mission, multiplay. Мультиплей. Тут можно за разных существ играть, только почему-то они все настолько сливаются с травой этой, что я не понимаю. Белка, ты где? Подпрыгни хоть. Девочки могут играть, такие миленькие зверюшки тут всякие. Даже русские рэперы есть. Очень динамичная заставка прям. Пропитываешься духом экшена. Я, короче, видимо, это все два слайда. Все, на что хватило бюджета у дизайнеров. О, да! Вот они, божественные 60 FPS. Господи, как же это хорошо. А нет, еще немного слайдов. Let's follow human. Имеется в виду в развитии или что? Follow human. Я не понимаю, где human. Я вижу только Blizzard, а human я не вижу. Так, тем более тут невидимая стена. Неплохо. Для начала это здорово. Встретить пользователя невидимой стеной — это, в принципе, ну, такое довольно экспериментальное, мне кажется, левел-дизайнерское решение. А где они? Почему мне стрелочки показывают куда-то в потолок, а камера, она туда не поднимается? Вот это как бы, это предел. Что за дичь? Более того, стоят-то они вообще внизу на самом деле. Погнали. Давай. Ну ты чё? Почему он их не ест? А, надо просто держать. Извини, игра. Я думал, что тут нужно как бы натыкивать, но нет, достаточно держать. Приятная вибрация ощущается. Mission fail! Почему я так хорошо справлялся? Попробуем еще раз. По стелсу надо попробовать, может быть, подкрасться как-нибудь. Напряженный геймплей в этот раз у меня получается значительно лучше. Так, а вот эта принцесса, которую надо было спасти или что?
Я не хочу убивать беззащитную женщину, она же мне даже не... Дайте я понюхаю попку ей лучше. Давай дружить, подруга. Нет? Давай. Покатайся на мне. Не хочет. Ну ладно, раз такая миссия, как бы ничего не поделаешь. Success. О, ачивка. Все. В принципе, есть уже чем хвастаться перед друзьями. Two tasty gods are going around the forest. Мне нравится такая мотивация, типа как в Думе просто. Иди и убей. Оп. Оп. Почему-то искры, как будто я бью по железу, а не по дереву. Но... Так. А это не коза была на самом деле. А зачем она тогда мерцала, как будто она была коза? А, это, может быть, местные полицейские, у них поэтому проблесковый маячок над ними. Или просто я их не ем, и поэтому не выполняю миссию. А как есть? Мне не говорили, что можно еще как-то есть их. Поешь. О, ничего себе. Ну-ка. Ух, я прям по физике, короче, смотрите, что творю. Что творю, а? Ну это я ем или что? Или я просто развлекаюсь с трупом, я понять не могу. Да, вот, конечно, ради такого стоило покупать консоль. Вот я теперь знаю, ради чего хотеть PlayStation. Greatness awaits. Вот вы говорите, Steam Greenlight, да, отменим, не будет игр. Но все уже, чума, она пошла по другим платформам. И ее уже не остановить. Я не знаю, куда мне идти. Тут ни маркера, ни хрена. Найди козу и съешь ее. Причем мерцают все подряд. Как найти козу, непонятно. На карте что-то белое отмечено. Я прибегаю, тут ни хрена нет. 10 из 10.